Нет, маска, жарко. Об осторожности и необходимости соблюдения мер безопасности самарцев предупреждают уже 8 месяцев. Масочный режим – обязательное условие в период пандемии коронавируса, так же, как и соблюдение социальной дистанции и использование антисептика. Тех, кто санитарных требований не выполняет, останавливают полицейские и выписывают протоколы. Административные материалы отправляются в суд, который и определяет сумму штрафа. Он начинается от 15 тысяч рублей. С этой недели к проверочным рейдам городских и областных властей присоединились и сотрудники Роспотребнадзора. Необходимость в этом есть всегда, поскольку город у нас большой и, соответственно, большой пассажиропоток и много мест, где, соответственно, маски должны быть обязательно. Большинство самарцев, отмечают специалисты, ответственно относятся к здоровью своему и окружающих. Сейчас постоянно, конечно, нужно, если заболеваемость идет. Да, постоянно. Хотя бы свой мозг оградить. Ты будешь думать, что никто тебя не заразит. Не все же зависит от нас, от наших желаний. Раз это положено, значит, нужно это делать. Профилактические проверки сейчас проходят не только в общественном транспорте, но и в торговых центрах, общепитах и развлекательных заведениях. Цель все та же – не оштрафовать, а позаботиться о безопасности жителей региона. Мария Левина, Максим Гусев, «События».